Не пользуясь растворителем, мы берем коричневый, мы берем красный. Вот у меня там бумажная палитра и сползает краска с нее. Мы берем красный и берем туда синий. И на сухую как бы начинаем натирать весь холст вот таким темным цветом. Вот. Если вы натрете сухо и тонким слоем, просто вот вотрете туда, не обязательно, чтобы он был закрашен окончательно так и бесповоротно, этот холстик, тогда у вас будет намного меньше. Тогда, лишь только тогда, мы постепенно-постепенно начнем искать самарафон, набираем. И аккуратненько, очень аккуратненько, оставляя контур темным, в середину, в губы, вкладываем вот этот цвет. Так, красный. Значит, ну раз мы начали вот с этой пастозности, раз мы завели за нее речь, значит, мы давайте продолжим. Прослеживаем вот за счет линий этой вот каркасности те моменты, на которые художник хотел заострить наши внимание. Вот здесь как раз нужно бы постараться умудриться положить или создать видимость укладки с первого раза. Но единственное, что вот направление все-таки вот этих складок шарфа. Ну, тут буквально микрон туда, микрон сюда. Вот. Линия, сейчас я скажу. Напряжение линии – это вот эта линия напряглась, то есть она как бы к фону четко выделилась, да, и эта линия, и ушла. И эта линия напряглась и ушла. Кто интересуется, где мы, чего там, заходите на страницу, на сайт. У меня ВКонтакте есть там сайт, есть все расписание. Заходите, можете присылать свои работы, обсудим. Если смешно, посмеемся, если не смешно, поплачем вместе. Вот, всегда рад вашему контакту, всегда рад вашему вниманию и рад, что вы вот живо интересуетесь живописью, ну и живите точно так же.